В Одессе прямо в порту за считанные минуты затонул буревестник, катер Леонида Брежнева. На нем в 70-х годах прошлого века любил отдыхать советский генсек. Судно много лет стояло у причала и постепенно разрушалось. Оно было построено в 1964-м как катер связи, но потом его переоборудовали для VIP-персон. Буревестник обладал выдающимися для своего времени техническими характеристиками, мог развивать скорость в 37 узлов, это почти 70 км в час. После смерти Брежнева судно передали Черноморскому морскому пароходству. В 1995-м его купил одесский бизнесмен. С тех пор катер стоял в гавани, никому не нужный.